основная причина роста расходов россиян состоит в том, что значительно подорожали цены как на продовольственные товары, так и на непродовольственные товары, именно техника, электроника, компьютеры и прочее. Многие работают удаленно, это требует покупки компьютеров и соответствующей периферии, веб-камеры и так далее. Ну, а ежегодный поход в магазин заставляет людей выкладывать гораздо больше денег за привычные продукты. Вспомню, что творилось в январе этого года с растительным маслом, сахаром, картошкой и так далее. К сожалению, в марте заканчивается период ручного регулирования цен. Я думаю, что Сбериндекс может отметить еще больше рост россиян на продукты питания.